Ребят, появилось новое классное приложение для голды, без разводов. Ссылка расположена сразу под роликом. Переходи, выполняй задание и получи свое золото уже сегодня. Арти 25 представляет. Просто Маус всегда у меня готов к бою. Давайте химки. Хотя бы одна арта. Это самая поганая карта, еще арта есть. Ну она одна, нормально. А че одна, то толку-то одна. А гоу по центру прорашивает. Пошлите. По шестой. По шестой, вот сюда вот к ним. Перекрестку. Мне кажется, проще пойти по зеленке. Я думал, сюда просто прокатиться и все. А там нас убьют все равно. Будут светить и убивать, не? Пошли на той стороне, да, прокатимся? По зеленке? По той стороне? Ну поехали по зеленке. Маус, не слетись, хз. Предлагает это самый Маус, ну, Маус на попе волосы. Ну, как бы, есть зачем это афишировать. Ну, есть и что. Я так смотрю, отметок нет ни у кого, да, на Маусе? У меня две. Нет, третья. Так куда едем-то? Направо. А, направо едем? Блин, я думал по зеленке, ладно. Я предлагаю одного Мауса запулить на горку все-таки. Да втроем поехали на горку. Да не, долго будем. Да всей команде надо вот сюда сейчас подойти, вот этим вот гавриком надо вот сюда подойти и вот сюда стрелять. Боже мой, где мой форсированный движок? Хочу 1 000 000 лошадей. У нас такие Маусы еще разноцветные, красивые. Короче, Арти, если нас будут метелить, так. Сбиваем ракете гуслю и отступаем. Нет, пока его будет убивать. Я так понимаю, нет смысла ехать там по кустам или не по кустам. Так, нас все равно на Маусах. Представляешь, да? Дом по кустам ездит. И такие все-таки глаза отворачивают, говорят, мы этого не видим, прячься дальше. Вы на голде, нет? Или на ББХ? У меня 60 голды и 8 не голды. Понял. Ой, что можно сказать, что на голде? Я обнаружил патон. Хорош. Вы почти светляк. Не поворачивайтесь. А там еще и стол. Тотка, семерка. Вам правее надо брать, иначе вас еще с центра будут любить. Пу-пу-пу-пу. Нам надо запушивать. Да, согласен. Домами прикрывайтесь, только вот, сам бочины. Чтобы вас еще семерка не отмудохала. Не, он не поднимается там. Давайте патона тогда надо убить. Эти в яме. Ну пата надо убивать и все, на пата надо даже не обращать внимания. Да я понял, все. Едем дальше. Кто-нибудь его грохните, я пошел дальше. Я не буду бошку. Ну он в низинке там. Нет, там нельзя. Вечу. Семерка там, ладно, пофиг. Надо патана убивать, надо патана. Кто-нибудь зацельте патана. Это единственная гадина, которая может нас дамажить. Да я понял. 5 секунд. Все, ребята упарываются. Все, поехали. Хорошо. Все, тогда танкуем, хрен на него. А, так, лево. Все, хорош. Хэвик разряжается. Ах, труп. Хэвик разряжается. Ну все, они все КД, арта КД. Патрончики кончаются. Не буду чиниться. Кончаются. Ревка, прострел. Лево. Краснючая стоит. Забрали. А, так, стоит, ой, там еще бэшка. Сушечка. Тапок Б стоит вот тут в лесу. Вот он. Да. Блин, меня сотка процедила, пока тыкал, блин. Сводимся. Что за дома тыкал в гусле? На гусле. Сушку забираете? Нет. О, 550. Тебе пришло? Да блин, ну там что-то не выцелить, ладно, пофиг. За машину там, да, у тебя сбоку, конечно, траблы. С того. Я только как починил гуслю, блин, ты прикинь. Аж Хэвик убьет, да твою мать. Меня Хэвик убивает. Давайте я прикрою. Да нормально, сотка занимается, он КД. Так поехали вон на тройку упадем. И первого убьем. Так, слева и сухо выезжает. Да, Арти, ой, слева, раздавлю! Смотри. Бум! Таран на 1500, как вам? Сколько КД? Так, а кто меня толкнет? Нет, я застрял. Как тебя толкнуть, раком? Ладно, я сейчас выйду. У меня все-таки немецкая машинка.
Таран на 1500, ребят. Где вы видели такой таран? Ну пробил, ну ты как это делаешь-то, клаун, блин? Ну что ж такое-то? Отвернуть. Слушай, мне понравилось. Темка. Он мне, понимаете, смотрите, он мне в маску пробил. Да что это игра такая дебильная? Последний выстрел, это в маску. Ну ладно. Просто их раздавили тут, унизили. Давайте еще закатим. Я согласен. Ну а что, по фанчику вообще? Да. Да мне там, блин, хомяк раздамажил сильно. Сколько? Раз, два, и еще хэвик дал. Да. Еще арта кинула, кас на 200. Ну, так, хомяк 3 дал мне. Чатик просто лег от моего таранчика. Нравилось, да? А тройка сама виновата, она могла отъехать без проблем. Видел. Прикольно было бы, ты сиганул и раком встал бы. Да, да, да. Толкните кто-нибудь, пожалуйста. 200 тонн такие стоят. Ну толкните, пожалуйста. Будьте людьми. 180, не 200. Ой, меня из... 190, по-моему, если быть точным. В борт? Ой, да в корму не пробить ИСУ. Что за прикол? Короче, я на захват. Давай. Вот вам и Мауза. Три Мауза, просто Малиновку и Прохоровку запушили. У тебя какой-то справа, Андрюх, ты откинешься, если будешь так больше башку доворачивать. Ой, жопа. Стоит вот здесь. Подожгла, убила. Где-то там. А прикиньте, Малиновка, нет арты, короче, и ПТ-шек мало, и мы просто по центру можно поехать вдоль воды. Мы там стопудово всех выдавим. Угу. Что, экспериментировать будем дальше. Так, 180. Ребят, если бой понравился, не забывайте поставить. Пусть увидит побольше людей. Естественно. Пусть увидит побольше людей, как мы играем с артиллерией, и потом и на маусах, и вообще, короче, по-моему, позитивно. Вот трэшка. А гриль там стоит? Ой, ты жопа, гриль. И арта там же стоит. А ракета, рядом с грилем. Да, ракета был весь бой сзади, когда мы давили с тобой. В смысле, он впереди меня шел? Нет, он впереди меня шел. Слева там всех убил. А, да, почему меня били? Никто меня не прикрывал, кроме арти. С криками, я закрою тебя. А, сломал свою защиту. Кыш. Арта КД, нормально. КД, да, все. Да. А да, раздавлю, я раздавлю его. Что просто если бы сейчас физика была реально бы работала, просто была бы лепеха. Просто выезжаешь, и там просто пласт такой. Не, я бы его в землю бы просто туда втрамбовал. Ну да. Кстати, на самом деле, я когда вот в Кубинке был, из третьей выглядит очень сурово. Но Маус выглядит просто дом. Здоровенный просто пипец. Фух. Этажный. Отлично. Сергей Горожанин, ну, с наступающим тебя. Так, сейчас 2 секундочки там просили полосочку обновить. Сейчас сделаю и поедем. Нет, 2500 за света.